Всем привет, друзья, с вами Маркович, и мы продолжаем играть в RimWorld. Так, ну что, смотрим, что нам барышни наши делают. Они сейчас спят, да? Ну и отличненько, пускай отдыхают. Пускай отдыхают. Главное, чтобы у них все было хорошо. Так, нам надо стеночки делать, да, в первую же очередь, наконец-таки, в конце концов. И приступать к изучению технологий, потому что иначе мы как бы отсюда не улетим. Без технологий мы никуда не денемся, да? Хорошо, давайте продолжим пока что. Продолжим наше строительство и развитие. Так, тут мы сделаем, я так полагаю, цех, мастерскую, как это еще назвать, не знаю, да? Будем здесь делать всякие разные ремесленные приспособы. Ну, тут сделаем большой медицинский блок. Медицинский блок, да, здесь так, наверное, блок доставим, камнерезчика, да? Огороды растут, все хорошо, окей. Настроение вроде более-менее всех нормально. Как у вас по ограничениям? Я вас всех освободил, да, от обязанностей. Вы делаете когда и что хотите, собственно. Ну ладно, главное, чтобы у вас не было этих припадочков. Припадочные нам совершенно сейчас не нужны, окей. Давайте продолжаем. Так, тюрьму пока тоже делать не будем. У нас нет ни камня, нифига сейчас нет, короче говоря, да? Камня нифига у нас нет. Так что у нас по материалам там шкур всякие кусочные, да? Ладно, хлопок вы, в принципе, выращиваете. Правда, вы оставляете под дождем все это дело. Ничего не носите, да? Может ли кого-то назначить чисто, чтобы носил? Кто у нас такой самый? Так, Марина. У нас она, в принципе, повар-то. Надо... Марина повар, да? Так, фермер. И корежет. Так, 15. Офигеть, у фермера. Строительство 12, строительство 8. Угу. Вот оно чё. Так, тогда вот так. Пока что так. Давай, корежа, ты у нас будешь таскать. Таскать все необходимое, потому что это кто-то должен делать. Если этого не делать, то будет просто жесть. Так, ты решила пойти деревья порубить, да? Ну ладно, хорошо, бери их, и потом все равно примешься, я так полагаю, за нужную работу. Пошла перетаскивать, ура. Все, она начала перетаскивать, нам такой человек в любом случае нужен, чтобы кто-то таскал материалы все необходимые, чтобы остальные не бегали постоянно по всей карте. Это пускай будет корежа, это, конечно, фермер офигевший, но фермера пока и одного нам хватит. Одного фермера нам пока вполне себе хватит. Так, шахтер, да, надо бы, чтобы уже скопнули тоже это дело. Может быть, временно кого-то назначить? Так, временно кого-то назначить. Шахтер, корежа пускай носит. Наша корежа. Так, шахтеры. Товарищ шахтер, это пускай поварит себе потихонечку. Так, товарищ Тони, ты у нас что делаешь сейчас? Ешь простое блюдо, а вообще что ты делаешь? Камушки делаешь, да? Камни нужны, камни делай, ладно, блин. Так ни у кого не отвлечешь на самом деле. Ладно, я думаю, фермера пока отвлечем тогда. Все-таки фермера отвлечем. А, пока по шахтери немножечко, так сказать, покопай шахты. Покопай шахты нам. Лин, да, давай. Потом мы, собственно, уберем тебя к делу. Когда ты докопаешь здесь хотя бы нам. Бешеное животное. Здрасте, приехали. Как нам пришел? Бомолубка. Бешеная бомолубка к нам в гости идет, окей. Мы, в принципе, готовы ее встретить, я так полагаю, да? Ух, Тулин какой счастливый, ничего себе, до чего мы докатились. Так, ты с эмигрантами сейчас пока нафиг не нужны. Так, а как у тебя там, ой, ты ближний бой, да, совсем ближний бой. Ну, тем не менее, возьми лучше дубину пока, а. Возьми лучше дубину, так, Марина спит, сейчас проснется. В принципе, вы втроем. Ну, Тони, все равно просто дубину пока возьми. Вы втроем идите сюда. Тони, ты главное гранаты на улицу не кидай, молодец. Все, пока свободно, делай что хочешь. Так, что с по ограничениям, что с по областям? Область я вам отметил? Да, область я вам отметил. Ну и хорошо. Так, давайте, идите сюда, занимайтесь позицией. Где там бумалубка? А, она там гуляет еле-еле, да? Ну сейчас, видимо, когда-то до нас должна дойти в любом случае. Так, корежа, Лин, встань сюда тогда. В принципе, мы готовы встретить потихонечку. Очень потихонечку, да? Бумалупа, давай быстрее, пожалуйста. Давай быстрее, у нас времени на тебя особо нет. Нам нужно развиваться и расти, как сказать. Расти над собой. Давайте разберитесь с ней, пожалуйста, быстрее. Молодцы, все свободно. Бегом вперед. Так, тушить? Да не надо здесь тушить ничего. Сейчас так все потухнет. Иди лучше вон бумалубку захвати. Перенеси бумалубку, пускай разделают ее. Пускай разделает наш повар ее. На мясцо. Будет вам счастье, будете кушать у нас. Будете у нас замечательно кушать. Так, все. Иди сама поешь, да, и принимайтесь дальше за работу. Или там что делаете? Что вам сейчас? Что у вас там сейчас по расписанию? Отдых по вашему личному, да, расписанию.
Или что-то еще. Окей, тут прокопаете, надеюсь, да, Лин, когда поспишь, когда выспишься? Доволен, спокоен, спокоен, стресс. Кореш, ну ты чего? Не стрессуй. Ну, собачка пришла, похавала рис. Молодец, что рис, они идут готовы. Собачка умная, собачка молодец. Собачка знает, что ее можно есть, да? Так, Марина, все, сейчас поедите, да, и будете заработать, понимаешь? Я же правильно понимаю? Принимаю, понимаю. Что-то делаешь, медитируешь, видимо, да? Так, тоже, естественно, поесть надо. Марин, как насчет твоей сделать тушку? Давай. Во. Вот другое дело. Вон сколько мяса мне выпало. Смотри, сейчас хороших блюд тут сделаешь. Тут сделаешь хороших блюд. Так, Корежа, она сейчас пока спит, отдыхает. Ладно, у нее, видимо, ночка была тяжелая. Она там таскала все это дело. Кто не делает нам камни, кстати говоря. Кстати говоря, ты ко мне уже наделала нам, в принципе, прилично. Мы можем даже что-то здесь немножко укрепить, да? Что у нас есть? У нас есть известняк и, в принципе, мрамор. Да можно из мрамора, давайте. Начнем с мрамора, что называется. Так, блоки мрамора, стена, давайте. Хрякс тут, сколько у нас? 50, отлично. 50. Тут еще 30. Итого 80. И здесь еще 75, отлично. Так, стоп. Я надеюсь, вы сюда тянетесь, вот так наискосок же, да? Все, в принципе, работайте. Работайте. А, Элин, я тебя отвлек, да? Ну ладно, стену тоже надо строить, поэтому давай строим. Давай строить. Так, там из мрамора делайте, здесь тогда известняк задействуем. Здесь тогда задействуем известняк. Давайте. Стена из известняка. Из известняка. Здесь заделайте, все, будут двойные стеночки. Хотя бы. Хотя бы двойные будут, уже хорошо. Уже весьма неплохо будет. Ну и, в принципе, с другой стороны мы огорожены, так сказать, живой изгородью. Ну, не то чтобы живой. Скорее каменный, чем живой, да? Но природный, так скажем, природный. Так, золото не забудьте здесь перенести. Скорее же, вот в первую очередь, принесла бы ты лучше золото, на самом деле. Смотрит на звезды спокойно. Перенеси, пожалуйста, а? Я что-то переживаю за золото. Его, конечно, вряд ли кто-то заберет, но мало ли что может произойти, поэтому лучше забери. Лучше, конечно, его забрать сейчас. Какая-то комнатка у нас, да? О, сразу все золото, смотри, какая молодец, сразу за один раз все забрала. Как это было просто. Так, отдыхайте, давайте, отдыхайте. Потом сразу заработку приступайте. Сразу принимайтесь. Так, хороших блюд наделала. Молодец, молодец. Так, ткань бы перенести, да? Отдыхаешь, Корежа. Ну, спокойно, поэтому перенеси, пожалуйста, сколько сможешь. 10? Так мало, серьезно, что так мало? Ох, ну ладно. Хотя бы столько. Хотя бы столько. Вы еще по болоту гуляете, вам это не мешает, интересно? Ладно, все, не буду вас отвлекать. Лучше делайте, как хотите. Делайте, как знаете, что называется, да? Скопните тут, скопните там, постройте здесь, постройте сям. Лин, давай, да, молодец, строй. Хотя бы одна будешь строить, уже будет какой-то прогресс идти. Уже будет какой-то прогресс идти. Так, более-менее всем вроде разделили обязанности. Только единственное, что у нас технологии стоят на месте. Ой, боже ты мой. Технологии. Кто они у нас? Это хреновый себе ученый. Хотя у нас все хреновые ученые, поэтому... Так, повар ученый, да? Ладно, пока так оставим. Пока оставим. Так, в принципе, ты ко мне уже много пока наделал. Может тебя отключить от этого дела. Так, шмотки вроде пока тоже более-менее есть. Вам надо шляпу, наверное, сделать. Вот что я хочу, да? Наверное, сделаю вам чуть ковбойские шляпы какие-нибудь. Так, ковбойскую шляпу. 4 штучки сделай, пожалуйста. Только сейчас я посмотрю, из чего. Запретить все. Из ткани. Делай пока все из ткани. У вас ткани, по идее, много должно быть. Ну, по идее, там он на огороде валяется, если что. Поэтому сделай 4 ковбойские шляпки. Так, работа у тебя, Тони, будет сейчас какая? Ремесло пока офф. А, ремесло офф. Так, носить, убирать. Ну, это по возможности. Короче говоря, портной, потом ученый. Давай. Портной, потом ученый. Сейчас доделаешь камушек, видимо, да? Молодец, пошла. Пошла, дорогуша. Делать шляпки. Пускай будете сейчас тоже в ковбойских шляпках у меня ходить. Поначалу. Так, плащи сделали. Плащи почему-то никто не одевает. Почему-то плащи никто не одевает. Ну, одену. Так, а может быть... Что у тебя там такое? Футболка из синткани. Футболка из синткани. Ну, плащ же лучше. Иди-ка одень плащ из ткани. Марина, тоже одень плащ из ткани. Надень. Так. Лин, идешь откуда-то далеко, видимо, да? Видимо, шла далеко, да. Хорошо, молодец, одела, надела. Так, у тебя что? Плащ, синкани, все хорошо. Все в плащах. Все в плащах. Так, вас, надеюсь, никак не смущает? Я надеюсь, никак не смущает. Все,
Погнали. Если что, переоденьтесь, если вдруг что. Так. Тоня, ты сама почему-то не в плаще? Футболка, куртка. Может быть, все-таки наденешь? Как ты считаешь? Может, будет нормально тебе? Так, ладно. Сброс, все, погнали. Погнали далее. Делай шляпки. Ты уже в шляпке сама, молодец. Еще одну сделала, хорошо. Я думаю, одену. Я думаю, от шляпки никто такой стильный не откажется, что называется, да? Окей. Так, тут, пожалуйста, доделайте потом. Ну, Лин, естественно, у тебя стройка, я все понимаю, поэтому тебя не подгоняю ни в коем случае. Ты давай здесь доделывай. Потом уже приступай там. Заработку. Приступай там заработку. Так. Двери, наверное, все-таки убрать или нет? Да ладно, их и так доломают, если что. Если что, их и так доломают реально. Серьезно. Так, а металла что ли нет у нас? С металлом беда, да, какая-то, видимо? С металлом беда. Так, ну у нас жилки есть, во-первых. Тут у вас, в принципе, работка стоит тоже. Заказик, так сказать, на металл, да? Заказик на металл есть. Ну ладно. Ладно, все вроде идет своим чередом. Постепенно, потихонечку мы все-таки строимся и улучшаемся. Это хорошо. Это хорошо, это не может не радовать. Да, отдыхайте, тоже не забывайте про отдых, естественно. Так, Клин, спокойно, все спокойно, все хорошо. Подковы свои есть у вас, есть подковы. Так, комнатку отдыха, в принципе, можно будет сделать, да, это все перенести сюда куда-нибудь. Есть комнатку отдыха, ну, вахать там бильярдиком поставить, еще что-нибудь такое. Прибраться, например, было бы тоже неплохо, в принципе. Я, конечно, ни на что не намекаю, да, ну, как бы, мало ли. Так, здесь можно, в принципе, еще один аккумулятор поставить, я думаю. Лишним не будет, металла нет, но металл принесете там в случае чего. Принесете. Так, пока вам проектик поставлю, как бы вы, конечно, не напрягайтесь, но имейте в виду, что у вас тут, в принципе, можно бы было бы. Так, вы обратно куртки переодели, да? Видимо, куртки вам больше все-таки нравятся. Ну ладно. Ну ладно, носите куртки тогда. Раз они вам больше нравятся. Потом все равно, я думаю, переоденетесь, потому что куртки рано или поздно износятся. Износятся, и там придется носить плащи. Так, риск легкого нервного срыва. Ну, легкий срыв, это ладно. Это ладно. В принципе, это ничего страшного. Так. Производство. Стол для резки, швейная машинка, стол портного. Стол мастерская, скульптора. Пока нам, наверное, не нужна все-таки. Так, технологии у нас пока не изучаются. Задача завершена. Сделать ковбойскую шляпу. Отлично. Ты можешь приступать, в принципе, к изучению технологии тогда, Тони. Несет ткань. А что ты делаешь? А, переносишь все-таки, да? Я понял тебя тогда. Давай мы тебе вот так вот. Если хочешь, конечно, поубираться, можешь себе поубираться. Вот, да, правильно, поубирайся. Лучше поубирайся тогда. Лучше тогда поубирайся. Но технологии ты, смотри, упорно не хочешь изучать, да? Как бы, ну тебе придется. Все равно придется рано или поздно это начать делать. Потому что, как говорится. Так, 10 блюд. Ага, с едой какая-то беда. Оптовый торговец. Перейти к месту. Отлично, ребят, идите к нам. Так, напомните, кто у нас там самый общительный. У нас там самые общительные. Тут вообще никакого общения, да? 08 Марина, да? Марина, окей. Марина, сейчас будешь общаться тогда, готовься. Сейчас они подойдут поближе, я надеюсь, они к нам дойдут. Ага, они решили здесь пойти, с этой стороны, ну ладно. Пускай идут, главное, чтобы они просто к нам дошли хотя бы. Просто ты такая, с автоматом будешь стрелять, такая. Так, граждане, товарищ торговцы, проходите. Как говорится, не проходите мимо, заходите в гости, у нас тут автоматы есть, да, все дела. Гости дорогие, так вот, я надеюсь, вы зайдете хотя бы на территорию, алло. Или тут тупить будете, видимо, тут тупить будут. Хорошо, Марина, иди торгуй. Иди сама к ним торгуй тогда. Раз они никак не могут через двери пройти. Грузовые контейнеры, что-то нам принесло. Что? Куриное яйцо. Просто две штучки, отлично, возьмете. Это возьмете, так. Марина, давай беги. Бегом, иди к ним, подходи, торгуй. Начинай торговать, так. Курочки. Собаку продавать пока не будем. Бельчатина. Так, компоненты. Медикаменты я бы каким-нибудь купил у вас. У вас только трава, что ли? Печально. Ну ладно. Так, я бы вам все, наверное, вот эти ткани продам, да? Которые у нас. Которые у нас всякие шкурки там. Что они сейчас с кусками валяются? Синткань, мегаслот пока, наверное, оставлю. Ткани у нас дофига. Из ткани мы все сами делаем. Так, давайте я вам шкурки все эти продам, которые мы успели насобирать. Нам серебришко дадите. Так, шкура. Шкура бум-крысы, шкура крысы, шиншиллы. Так, 783 серебра, хорошо. Травы мы и сами, в принципе, выращиваем. Так, сталь, пласталь, пивасичек.
Так, да, думаю, шмотки забираете. Забираете. Так. Это пока все оставим. Шахматный стол из пластали, окей. Золото у нас самих есть пока что. Наверное, брать у вас не будем его. Наверное, брать у вас пока не будем. Просто, так, просто отдадим вам шкурки и возьмем у вас серебра, да? Так, пимикан, альпака, бла-бла-бла. Ну все, вроде пока все. Давайте пока так. Так, Марина, стой. Сразу перенеси серебро, пожалуйста. Перенеси. А то что так просто так пойдешь? Че просто так будешь ходить? Перенесла и забери сразу это, чтобы мне перенеси это серебро тоже. Ну, чтобы потом 200 раз не бегать сюда, да? Сразу заберем все и хорошо. Сразу все заберем и будет замечательно. Так, и потом можете отдыхать. Можете отдыхать, заниматься своими делами, которые у тебя по-любому есть. Которые у тебя прямо так, Тони. Социально расслабляется, отлично, расслабляйся. Расслабляйся, дорогуша. Прибирайся, да, молодец, убирайся. Да это вы серьезно? Слушайте, прям торговцами нам звали. Так, у этих, мне кажется, может быть что-то побольше чего-то. Марина, сорян. Ну, видимо, сейчас твой выход опять будет, опять же будет. Но эти, видимо, поумнее. И сейчас обойдут, наверное, здесь. Я надеюсь, и зайдут все-таки к нам. Поэтому пока подождем. Главное их не пропустить потом, чтобы не свалили туда. И мы не остались, как говорится, с носом. Так, у нас, в принципе, и серебро есть, да? В принципе, и продать что-нибудь, может быть, сможем. У них, наверное, есть медикаменты. Вот, медикаменты я бы прикупил бы у них хорошие. На всякий случай, у нас всего лишь 11 пока. Я бы хорошие прикупил, потому что мало ли что. Так, вы куда пошли-то? Да вы чего, Марина? Перехватывай, как хочешь, перехватывай. Капец, нафига вы ушли-то, не пойму. Вы же к нам только пришли. Вы же к нам, блин, только пришли, серьезно? Так, интересно, они сейчас товар... Они же товар что-то оставят, хрен знает где, да? Вот это опасно, мне кажется, таким торговаться. А у вас и медикаментов-то нету. У вас нет медикаментов. Жесть. Как так вышло? Как так вышло, что у вас нет медикаментов? Ладно, идите сюда. Окей, сорян. Сорян, что отвлекал вас, как говорится, да? Сорян за потраченное время. Ну ладно. Грузовые контейнеры, так. Это что у нас такое? Ягоды, заберите, пожалуйста. Так, яйца забрали? Не забрали ни хрена. Корежа, что делаешь? Спокойно. Переносишь металл пока, да? Ну окей, переносим. Переносим. Риск нервного срыва у кого? Марин, не нервничай, пожалуйста. Не нервничай. Занимайся тем, что тебе нравится. Занимайся тем... Посети могилу, правильно, да. Делай еще что-нибудь. Так, все. Торговцы ушли, окей. Это было весьма быстро. Это было весьма быстро. Так, что-то мне как-то... Кажется, как-то ремор стал подлагивать почему-то в последнее время. Не понимаю, почему. Временами. Временами. Такс, ну что. Все вроде заняты более-менее работой, да? Это хорошо. Боже, построили даже аккумулятор. Молодцы какие. Ладненько, так, Тони, что ты там ходишь? Что ты ходишь, маешься? Что ты ходишь, маешься? Убирает земля. Окей, блин, займись-ка ты все-таки на самом деле... Уже исследование, мне кажется. Пора приступать. Давай, уборщик. Все, давай. Займись. Вот, наконец, молодец. Будет, конечно, очень медленно, еле-еле. Прям совсем еле-еле что-то, видимо, да? Ох, будет долгий путь, чувствую, но потихонечку ты хотя бы скилл себе апнешь. Хотя бы скилл себе апнешь. Конечно, троечка. Ну ладно, там повар. Повар нам тоже нужен в любом случае. В любом случае нам нужен повар. Так, корежа, что ты делаешь? Переносишь ягоды. Молодец, молодец. Яйца тоже, в принципе, можешь попереносить. Так же, как и ягоды. Окей. Ладно, все, вроде более-менее распределили обязанности, да? Теперь все должно быть хорошо. Так, спокойно, не нужны нам риски эти. Так, тут все растет, все отлично, замечательно. Так, ну что, давайте. Идите отдыхайте, расслабляйтесь. Но не забывайте, естественно, про работу. Про работу не надо забывать. Так, здесь застроили. Ага, так, еще один блок остался. И тут все застроили. Молодцы, слушайте, прям какие молодцы. Я прям вами сегодня доволен. Вы сегодня ведете себя просто замечательно. Просто самым замечательным образом. Так, все, заслужили. Заслужили отдых, что называется, сегодня. Просто заслужили. Так, энергии хватает, аккумулятор есть, все, зашибись. Все хорошо. Так, только здесь прокопайте, пожалуйста, теперь. Лин. Строить стена... Ага, последний блок, я понял, достраиваю. И тогда, в принципе, можешь приниматься за раскопку вот этих вот образований, так скажем, да?
так скажем, образование. Хорошо, сейчас дострой. И что-то пошло. Собирает рис. Может быть, ты не будешь собирать рис все-таки. Например, займешься... Так. Я тебе тогда все-таки фермера пока вот так поставлю. Фермера, строителя тебе тоже так поставлю. Так, шахтер. Шахтер. Давай немножко покопай. Немножко покопай. Тони получил пищевое отравление. Не надо, Тони. Не надо так переживать. В смысле, не надо пережевывать такую еду, да? Не надо пережевывать такую еду. Вообще ее есть не надо. Окей. Так, Лин, что делаем? Ешь куриное яйцо, серьезно? Типа собралась. Не, сырые яйца, конечно, тоже полезно, говорят, да, их типа можно есть иногда, но я. Ну, как бы, блин. Может не стоит, может подождала, пока тут приготовилось бы что-нибудь вкусненькое, например. Например, что-нибудь вкусненькое. Так, Марина готовит шикарное. Просто шикарнейшее блюдо, да? Так, Лин, зашибись, молодец. Ты начала работать. Молодец, давно пора. Так. Пока ферма что никто не занимается, да? Пока никто не занимается. Блин, а надо бы на самом деле. Ну ладно, сейчас раскопаешь и тебя. Стоп. Области, пожалуйста, 10. Крышу убери. Крышу убирай. Тобин, руки. На тебя. Щебень. Ладно. Уберешь. Надеюсь, она не обвалится. Надеюсь, она тебя не обвалится. Так. Давай. Давай, здесь тоже все-то убери. Молодец. Так, пожар, какой пожар. Ладно, сейчас идет дождь, в принципе, нам просто пожар. Сейчас он все это дело затушит. Затушит, ну слушай, так ты можешь крышу убрать? Забрать крышу, пожалуйста. Понятно. По одной области. Ладно, сама додумаешься, надеюсь, когда-нибудь в итоге. Когда-нибудь в итоге додумаешься, окей. Так, здесь ты копаешь. Здесь копаешь. Так, здесь крышу тоже сразу везде убираем. Здесь вот и области по возможности, что называется. По возможности. Убираем и копаешь. Женского пола. Ну, естественно, уже одни тетки как раз в помещении в нашем поселении. Как же могло быть иначе? Как же иначе? Ну ладно, переживем. Я думаю, переживем. Настроение у всех более-менее хорошее, поэтому ладно, ничего страшного. Ничегошеньки. Так, вот это уже не очень. Дождь-то прошел. Бегом пожар тушить. В таком случае бегом тушить пожар. Поспите потом, но пока пожар тушить. Еще у нас только два пожарных. Отлично. Два человека, которые могут тушить пожар. Класс. Не очень. Тут пускай горит, хрен с ним. Главное, тут потушите, чтобы сюда не распространялось никуда. Затмение, да фиг с ним. Пожар тушите, пожалуйста. Так, это пускай горит. Вот это туши. Тушите с этой стороны, пожалуйста. Да не бегайте вы сюда, здесь тушите. Ох ты, боже ты мой. Ну давайте, тушите. Сейчас разойдется ведь пожар, серьезно говорю, разойдется. Не успеет они потушить, мне кажется. Это не тушите, здесь не загорится. Нет, конечно, обратно сюда может загореться. Ух, ну как нехорошо. Блин, как так два пожарных только, а? Как так? Как же так? Ой, ладно. Пожар. Короче, я думаю, сюда область пока уберу, надеюсь. Ой, надеюсь, тут ничего не сгорит. К чертовой бабушке, что называется. Так, ладно, здесь тоже убираем. Здесь убираем. Давайте. Таким макаром вот, пожалуйста. Пускай горит, хрен с ним. Здесь, конечно, до сюда дойдет. Если наши посевы все сгорят, будет не очень хорошо. Но я надеюсь, этого не станет. Здесь этого не произойдет. Здесь какой-нибудь еще дождик еще раз быстренько внезапно пойдет. И мы будем все спасены. Так, крышу убираем, пожалуйста. Еще есть крышу. Потолок в виде горной породы ударить невозможно. Ай-яй-яй. Ну ладно, я думаю, он здесь не обвалится все-таки. Надеюсь, он все-таки здесь не обвалится. Так, здесь тоже уберите, пожалуйста, крышку. Крышку уберите, пожалуйста, товарищи, господа хорошие. Так. Без крыши 7 градусов, 15. О, вот так, типа, сейчас холодно. А, зима, типа, о, хорошо. Сейчас хоть жары, наверное, надеюсь, не будет хоть зимой. Уже будет весьма неплохо тогда. Так, яички жаришь. Делают, видимо, яичницу. Окей, хорошо. Так, это дело все тоже убирайте. Все дело убирайте тоже. Аккуратненько. Только, пожалуйста, аккуратненько, чтобы ничего не обвалилось на вас. Он без крыши. Без крыши. Внимание, пожар. Ладно, дождь идет. Поэтому внимание, пожар особо уделять не будем никакой. Часть какая-то крыша образовалась тут внезапно. Ну и ладно, в принципе, нам не важно. Так, здесь более-менее теперь сооружение какое-то хоть защитное. И сразу к нам придут, да, товарищи всякие хорошие.
мы сможем как-то отбить их атаку, по крайней мере. По крайней мере, так, я посмотрю, что ж еще продолжу идет. Так, так, да. Так, так. Так. Блин, тупили, короче, побольше. А здесь побольше тупили. Давайте потом сделайте. Потом обязательно это сделайте. Так, у нас, в принципе, камень есть, мы можем строить. Не просто строить, нам надо разобрать здесь до конца. Эту конструкцию в области. Что тут с крышами? Крышу убирайте, пожалуйста. Не-не-не, стопай, стопай, здесь, здесь крыша, здесь крыша. Не путаем. Так, приказы. Приказы копаем. Давайте. Хрякс. Хрякс выкопаем. Вот так вот будет замечательно. Так, все, все, отдыхай, видимо, спать или Тони, что делаешь? Тони исследует. Ух ты, молодец какая. Правда, исследуем тебя еле-еле. 60. Да что такая за жесть-то? Ты хоть уровень себе апнула? Хоть уровень себе апнула. О, даже на двоечку. Вау. Я прям поражен. Слушай, я прям поражен. Уже на двоечку. Молодец. Ну, таким образом, глядишь, докатишься до чего-нибудь хорошего. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. Носит рваную одежду. Надо носить рваную одежду, смени ее на что-нибудь другое. Там же вон есть плащи, куртки и прочая всякая штучка, которая, думаю, будет весьма полезна. Думаю, будет весьма вам полезна. Так, ладненько. Спите, отдыхайте, да? Хорошо. Геотермалочки тут хорошо, у нас поблизости аж две есть. Можно будет и здесь поставить. Но, правда, до них такими темпами мы еще непонятно, когда доберемся. Так, геотермальное. Сейчас нужно сначала изучить основы микроэлектроники, поставить верстак нормальный. И потом уже геотермалку исследовать начать. 1800. Это чувствую я бы то, как недолго. Хотя, может, я немножко апну скилл. И будет все-таки чуточку быстрее. Так, области. Ты без крыши. А почему здесь крыша есть? Ну, убирай, правильно. Хотя бы по одной, да, что называется? Хотя бы по одной. Здесь убрать не можешь. Ладно, я тебя понял. Я тебя, в принципе, понял. Так, ну что, мы сейчас здесь достраиваем тогда стеночку, да, в принципе. Можно даже вплотную так сделать. Тут еще какую-нибудь одну комнатку поставим. Но начнем, я думаю, с малого все-таки. Так, что у нас там есть? Мрамор. Давайте, стена из мрамора. Из мрамора. Здесь вот таким вот макаром, я думаю, построим пока что. И дверь тоже из мрамора сделаем. Здесь поставим. Пускай будет так. Здесь у нас будет медблок тогда все-таки. Так, раз, два, раз. Раз, два. Как раз, слушайте, как раз получается по две кровати нормально влезет сюда. Это хорошо. Это меня прям радует. Построим медблок. Сюда надо будет сделать кондиционером тоже для комфортной температурки летом, да? Чтобы они там не тухли за жары. Больные наши ребятки. Поставим кроваток деревянных их. Им обычных пока что. Все хорошо, да, прибирайся. Молодец. Можешь отсюда камушки убрать тоже, в принципе. Кто-то у вас этим занимается. Отсюда тоже можно камень убрать. Он там как бы не нужен немножко, если что. Если вдруг что. Так, сюда их все перенесите хотя бы, чтобы они здесь лежали. Материалы пока у нас есть. Так, технологии исследуются. Очень, очень потихонечку. Ладно, Тони, ты главное скилл поднимай себе сейчас. Главное поднимай себе скилл. Уже третий. Уже третий. Ну, в принципе, неплохо. У этого теперь тоже третий, да? У тебя три. Поэтому вы сейчас наравне. Вы сейчас, в принципе, наравне. Думаю, скоро даже обгонишь ее. Если будешь, конечно, работать. А не спать все время. Ну, ладно. Все будет хорошо. Все будет обязательно хорошо. Так. Лампочку можно еще одну сюда, в принципе, поставить. Так сказать, для пущей видимости. Так. Мебель, лампочка. Давайте сюда поставим куда-нибудь, да? Я думаю, будет нормально. Будет светить, будет свет. Будет хорошо видно все вам. Так. Риск легкого нервного срыва. Не надо нам. Бешеная животная кобра. Где она? Она вот здесь. Кобра. Ну, я даже не знаю. Кобра... Ну, на всякий случай, конечно, вас троих подниму, что хрен знает, какие там еще стрелки. Вы можете вдруг мазать постоянно начать. Хотя при том, что у вас вроде как оружие нормальное, более-менее, да? И вроде как и скилл есть, но... Тем не менее, так, корежа. А, здесь дерево мешает. Убрать потом это дерево дурацкое. Так, корежа, пока иди сюда тогда. Ты, корежа, иди сюда. Все, давайте, идите. Где там Докобрянская? Вон она бежит. О, даже здесь почти достроили, молодцы. Все, готово. Свободно. Все. И всего дело, что называется, да? А, нет, не свободно, стоп. Еще одна кобра, нихера себе. Откуда взялась? Все, теперь свободно. Теперь свободно. Две кобры забираем, делаем из них мяско. Здесь все чиним. Здесь дерево убираем правильно. Чтобы не мешало сидеть, тут доделаем защиту, в принципе. На этом, я думаю, в принципе, здесь можно будет и закончить. Здесь стеночку тоже вторую поставим. Ну, а здесь уже тоже. Немножко совсем останется нам, да, доделать. Окей, хорошо. Даже я думаю, может быть, здесь не придется еще делать вот так вот, а здесь только третью поставим.
третью стеночку вот так вот. Так, что у нас там есть? Здесь мы делали из мрамора. Мрамор есть? Мрамор есть. Давайте ставим тогда стенка из мрамора еще. Сразу поставим. Здесь херакс. Херакс. Ну, пока так. Пока как-нибудь так хотя бы. Укрепим, так сказать, свои углы, что называется. Окей, поехали. Далее. Далее, технологии нас отличаются потихоньку, да. Здесь тоже строечка у вас есть, ребята. Так что можете, в принципе, строить. Что у нас там по стройке? Строители. У нас есть Марина-строитель. Остальные все не очень строители, да? Не очень строители. Вечеринка. Воу. До целого дома. Ну, давайте. Устраивайте вечеринку. Отдохните маленечко. Придите себя. У нас тут еды теперь есть немножко даже. Вау. Прям-таки вау. Прям-таки вау. Давайте пообщайтесь там, потусите немножко, да и сразу за работу потом. Я, кстати, вам сейчас всем все-таки стройку поставлю, чтобы мы это быстренько сделали. Так, давайте. Оп-оп-оп, строители. Все, все строители. Все быстренько принимаемся строить. Все быстренько принимаемся строить. Построим и будете свободны, что называется. Построим и будете свободны. Дальше заниматься своими делами. Так, вечеринка завершилась. Отлично. Вечеринка завершилась. Так, теперь идите строить. Чините, идите строить, ремонтируйте. И заниматься дальше полезными вещами, необходимыми для нашего поселения. Так, покушай давай, да, ты поспи. Как-то все в разнобой немножко, ну, потому что у вас расписания как бы как такового нету. Вы все по свободному графику у меня работаете, но зато вы не расстраиваетесь. Зато вы не расстраиваетесь и не огорчаетесь, да, у меня. Что, в принципе, тоже весьма неплохо. Так, а тут вам нужно будет еще и пол примять, я так понимаю, покрытие. Ну, в смысле, выровнять. Выровнять, естественно, я имею в виду выровнять. Здесь тоже выровнять, все. Давайте. Потом обязательно этим займитесь. Так, у нас какие-то проекты сохранились еще. Их нужно. Планировочка, вернее, да, ее нужно убрать. Что он тут? Глаза мозолит нам. В принципе, отсюда можно планировку убрать. Здесь пока оставим. Пускай будет здесь, тоже оставим. Естественно, там мы еще будем делать. Будем делать и заниматься. Давайте сделаем отличный медблок. Уже отсюда уберем эти коечки. Здесь поставим нормальные кровати в конце-то концов, да? Поставим нормальные. Так, здесь тоже заделайте. Тут все застройте, пожалуйста, тоже мне. Пожалуйста, застройте, чтобы были прям вообще защищены со всех сторон. Крепость непроходимая, да? Чтобы там никто даже не пытался проникнуть к нам. Так, давай, строй. Достраивай. Это можно как бы убрать отсюда, если что, вдруг. Марина, ты можешь? Довольно. Перенеси, пожалуйста. Пожалуйста, перенеси. Все, спасибо тебе большое. Так, пол будете равнять, я так полагаю, потихонечку, да, там. Сейчас кровати сразу. Кровать. Так, начнем отсюда, я думаю. Раз, два, три, четыре. Ну да, как раз нормально будет. Раз, два, три. 4, 5 это пока поставим, я думаю, это будет более чем достаточно. Сюда какие-нибудь горшки. Горшки, цветочки, чтобы вам глаз радовали, да? Пол потом сделать, и все будет зашибись. Так, и лампа. Лампа до сюда только достает, да? Ну, сейчас мы потом проведем энергию немножко. Чуть-чуть проведем энергию. Блин, сейчас, конечно, криво так будет по полу идти, ну ладно, ничего не поделаешь. Давайте проведем сюда. И тогда лампа должна будет доставать нормально уже. Вот здесь. Даже можно две поставить. Сюда одну и сюда одну. Может быть, тоже дотянется. Но если не дотянется... Я думаю, дотянется. Думаю, дотянется. Надеюсь. Ну, если что, пройдем еще сюда чуть-чуть. Ничего страшного. Давайте. Занимайтесь. Будет у вас новый налет. Так, похоже, противника есть взрывчатка, которая позволит ему... Хреново, что у вас есть взрывчатка. Так. Метнуть осколочную гранату у него. Так, снайперская винтовка. Нож из... Стали. Автоматический пистолет. Ну, в принципе. Ох ты, нихера себе тут полыхает. Нихрена себе тут полыхает, а мы ее не видим, да? О! Может вы сгорите, пожалуйста? Ну сгорите, пожалуйста, что вам стоит? Что вам стоит сгореть? Ладно, давайте, просыпайтесь. Так, что у нас там? У нас тонет только ближний, да, и у нее только дубина. Но тем не менее. Давай тоже будь готова. Все сюда. Все бегом сюда. Тони, пока здесь постоишь где-нибудь в сторонке. Остальные все сюда. Лин, у тебя что, винтовка, идешь сюда. Марина, иди сюда. Корежа, иди сюда. Как-нибудь так вот встаем пока что. Так, давайте побыстрее даже. Не сгорите, да, нифига? Нормально. Продолбал себе путь. Продолбал себе путь, так сказать, через пламя. Не надо нам пока. У нас и так налет пока что. Хоть и небольшой, но тем не менее.
Так, ты будешь ломать нам что-то, да, я так полагаю, с этими гранатами дурацкими используются. То есть гранаты, стена из стали. Ай, боль. Боль и разочарование. Ладно, поломай пока. Пока поломай, может, потом успокоишься. Может, потом успокоишься. Ну, либо мы будем расстреливать вас отсюда как-то. Будем расстреливать вас отсюда. Да, нам здесь, наверное, все-таки какое-то надо будет тоже сооружение поставить небольшое. На такие вот случаи, как раз-таки, когда они будут ломаться. Ломиться, вернее, к нам сквозь стену. Проломил. Проломил, да, все-таки будешь отсюда идти. Ладно. Так, не вставай сюда. Вставай сюда. Пытайся их расстрелять. Пытайся их расстрелять. Так, вы ждете, да? Вы пока ждете. Так, ну, в принципе, сюда пойти? А, ну нет, все, уже не надо. Уже отбой, что называется, да? Так, иди сюда. Иди сюда. Так. Попало в голову, отлично. Точка. Давай еще раз. И давай, чтобы он не успел. Так, отходи. Отходи, 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 отходи. Все, отлично. Один слег. Так, минус чувак с гранатами, иди обратно. Так, у Марины что? У Марины пулемет. Так, попало, молодец. Так, у тебя как с рейнджом? Ну так, ну ты иди сюда, все поближе куда-нибудь. Сюда за дерево вставай. Так, у тебя как? Иди куда-нибудь тоже сюда встань хотя бы. Давайте. Поможем Лин немножко. Снайпер как хреново дело. Отойдите пока отсюда. Так, Тони. Сейчас нашу Лин. Ага, все, убегают, молодцы. Так, идите теперь сюда быстренько. Начинайте стрелять по ним, стреляйте. Пожалуйста, убейте кого-нибудь еще. Майк, помрешь? Нет, не успеет, да? Не успеете добежать за ними? Не успеете за ними добежать? Так, надо было Тони немножко пораньше-то вывести, ну ладно. В принципе, мы справились. Гранатки захватили. Так, этого товарища раздеть надо. Этого товарища, в принципе, тоже раздеть надо. Так, свободно. Раздень, пожалуйста, его, подожди. Раздень. И раздень этого товарища, давай. Так, Лин, как ты там себя чувствуешь? Тебя немножко ножичком покуряли, я так понимаю, да? Порез, торс, нож. Торс, нож. Ну, ладно. Ладно, хрен с ним, пускай бегут. Все, свободно. Лин, пока мы еще не успели построить, конечно же, но иди. Иди сюда отдыхай, так тебя залечат по-любому. Так, тут у нас что-то над мрамором. У нас мрамор нет, известняк есть. Да ну, известняком застроим, пофиг, в принципе. В принципе, пофиг. Так, известняк, давайте заделывайте. Здесь тоже заделывайте. Ну и здесь тоже заделывайте, естественно. Естественно, все это дело заделывайте. Так, вы сюда не пролезете, я понял. Тогда пока здесь отмена. Отмена, отмена, отмена. Тут застроите, потом вот так вот сделайте, все. Вперед. Так, 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 врачи-то у нас есть, врачи у нас, по идее, есть. Сейчас должны лечить. Должны лечить. Так, Лин, у тебя какие-то медикаменты назначены? Трава. У всех должна быть трава. У всех трава. Класс. Класс. И врачи у нас... Так, Марина 10, Тони тоже 10. Тони где? Тони здесь. Марина спит, ладно. Иди пока, окажи помощь ей. Трава-то есть? 5 штучек еще осталось. Ну, хорошо. Ну и хорошо. Так, надо потому что собирать наш урожай. Наш урожай так все залечило, ну, да. В принципе, да. Качество 32 нормально. Пройдет. Как говорится, до свадьбы заживет, да? Окей. Так, тут застройте, короче говоря. Стоп. Корежа. Забери гранаты, пожалуйста. Перенеси гранаты. О, собачка заодно поест человеченку. Заодно наш пес поест человеченки немножко. Почему бы и нет, да? Чем бы собачка не тешилась, главное, чтобы не нами. Окей. Так, ребят, ну что, давайте на этом серию будем завершать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И до следующего раза. Всем пока-пока.